Ooh, what's up there? Блядь. Пиздец. Блять, ну еще один. Серьезно, нахуй. Серьезно, блядь. Первая, вторая, третья, четвертая. Так. Терминал. Приличные. Блять, ты серьезно нахуй? Пиздец, блять. Просто пиздец, нахуй. Кого? Премиум до полного. Наличный? А? Наличный, да? Да, наличный. Отлова? буду курить, блядь. Здорово, я уже сгонял в Батуми за собачьим кормом, и сейчас вот то, что о чем писал, короче, в мото-Грузии, в мото-путешествиях, сейчас попробовал выехать за Батуми в сторону там Калачаури, Капницави и вот этих всех мест. Сегодня классная погода, но ветер просто ебейший вообще, и тут ладно, когда он чисто в лицо дует, как бы нормально, но иногда бывает так, что из-за машины, короче, сбоку, блядь, слева или справа, и вообще пиздец, чуть не сносит. Пару раз прям кое-как вообще выруливал, вообще полный отстой. Таня, все хорошо, я забрал корм, все нормально, так что будем на связи, едешь или чего. Пока-пока.